как должны развиваться медиа в наше время, какие существуют алгоритмы информационной безопасности и как блогеры и журналисты могут успешно взаимодействовать. Обсуждает сегодня в Национальной библиотеке на интенсиве школы гражданской журналистики «Медиасфера». Тема дискуссии – информационная политика Евразии, технологии, вызовы, решения. Что касается гражданской журналистики, еще лет 10-15 назад мы, как профессиональные журналисты, которые получали образование на журфаке, которые становились журналистами, имели опыт, имели за плечами редакции, редакционные задания и корочки, так достаточно свысока посматривали на наших коллег-блогеров. Сейчас тренд изменился просто на 180 градусов, все перевернулось с головы на ноги, на мой взгляд, в том смысле, что профессиональные журналисты учатся у блогеров эмоциональности, краткости, SMM, продвижению собственного контента, доступу к целевой аудитории, создание вот этих, вот этого ядерного электората, который дальше и двигает контент, создаваемый гражданскими журналистами, блогерами. Они у нас учатся правильной постановке кадра, света, монтажу и так далее, и тому подобное. Всему тому, чему учат на журфаке МГУ, всему тому, чему учат или доучивают в редакциях современных кроссмедийных, мультимедийных средств массовой информации. Молодые журналисты, блогеры, лидеры мнений встретились с экспертами. «Медиасфера» — это большой образовательный проект, направленный на консолидацию молодых журналистов и повышение их медиаграмотности.